получше было. Все мои ребята, всем, что хотим. А я только что раскидал. А ты раскидал все там? Да, все, не трогай. Я раскидал там. Только у хилов нету иридар. А, окей. Там шаман иридар. Так что все есть иридар. Давайте готовность и вызываем. Там вся 5 минут чувак написал, зайдет в инст. В ДЦ. В ДЦ сказал, друзья. Он без ДЦа пока посидит, ничего страшного. Аура там не стоит, все отлично. Войт? Танч главный, да? На него? Да, он мой. Войт в центр выглядит. В центре займите место. Через центр бить будем. Да. Мелики сразу не бейте, потому что пока он будет бежать до центра, он вам огонь прям под ноги кинет. Поэтому не бейте. Все, я запускаю. Все, леди. Все на пулы войт в родзону кидайте. На ДК. Сколько стаков поддержишь? Все. Ты сам в соло сможешь протанчить? Ну почему? Второй танк на червяка нужен. Ну ладно, на червяки побуду. У меня просто такой себе танк, он блокер. Поэтому шмот не собирал на танк. РТД распределитесь по кругу. СС по хилам раскиньте, по хилу и по ЕВБ. У тебя ПВПшный спек, что ли? Нет, он блокерский спек у меня. Я видел и более достойных соперников в большом круге. Ну, на змейку хватит, я думаю. Джошуа Кивни в молоке. Пять, четыре, три, два, один. Великий осторожный. Милики, выйдите из огня. Огонь бомбит. Сказал же не бить, пока он не поставится. Снобольда прямо в центр забегите. Это он в меня кинул. Он в тебя кинул? Да, да, он уже. Снобольда, быстрее подведите в один фрейм, пожалуйста. Прям в центр босса станьте, кто со Снобольда. Да. БР дайте по ангротару. А он АФК, понял. Со Снобольдами не двигайтесь, станьте под жопу босса, просто рядом с миликами, пожалуйста. Я могу забрать нас такие, до конца где держишь. Да, до конца. Окей. Быстрее Снобольдов убили. Хапал, потом боб дашь, после того, как он будет. Точнее, как босс убьем, сразу по войду боб дашь. Лёха минус босс. Он ничего не писал и даже ничего не сказал, что он вылетел. Ну там все приняли и все. Ну он тоже принял. Ну, я говорю, все приняли. Снобольда свечишься? Точечно Снобольда сыграйте, пока второй не вышел. Боб по войду дайте, боб, все отлично. Огненную я сам заберу, наверное. Или лучше наоборот? Забирай, забирай. 5, 4, 3, 2. Думаю, у меня умру. Если что, ШВ есть. Геру. Гера пошла сразу без команды, ребят. Тут всегда без команды Гера дается. А вы уже отойдите. Отойдите, я сам разморожу. Не подходите. У нас БРы не остались? Быстрее хочу дать. Кого заморозил, подойдите к танку быстрее. Разморожу.
уже выбегайте. А то уже бегите. Смотрите, сейчас плюнет. Готовьте ма от огня. Если есть. А, плюнул Ice Balance, дай, пожалуйста. Немного кого попало. Захитесь. Я забрал. Все хорошо, хорошо. Мильки, рейндж, держите сейчас. Сейчас заберешь опять? Угу. Хорошо. Танк упал. Я видел. Бэйров не больше. Не знаю, как он упал. Пол уже близко подошел, он грилит только что. Не упал. Вы уже из-под борда уйдите. Отойдите. Будем почти альянс тогда держать. Тут тоже лужа. Да, она сейчас закончится уже. Давайте больше ДПС сейчас уже выйдет. Провод опрокинь. Даже РДД добейте. РДД добейте, подсчит альянсы все отойдите. Подсчит альянсы. Я на себя пока подержу. Добейте быстрее, столько. Все. Анты сразу аспект включите, когда он отлетает начнет. Там иначе не успеете. Давайте больше ДПС вливаемся. Все, аспект. Аспект, дали. Смотрите на ком. На Джайдене. От черепа отбежали. Он там один практически. Просто уйдите от него, он там один практически. Блять. Тотемы убирайте, тотемы. Тотемы и эти, убивайте петов своих. Отодвиньте камеру, если что. Все вы не видите. На кого бежит. Смотрите, череп появляется на голове человека, от него убегать надо. Уголок там. Аспект, аспект, аспект. Смотрите на ком. Да, череп возле этого, да, отбежали там просто лево-право по-быстрому. Уголок там милики к столбу встаньте, вас откидывать не будет. Всем готовьтесь, что тема где-то выбирает. Респект. Смотрим за черепом. Там он один практически, просто от него отбегите лево-право. Там кто-то специально да, вперед не выбежал. Там упал, специально побежал, блядь. Могу ну, сказать, что второй... на хэ как-то, блядь. Вот тоже... Не удержался. Он второй раз прям на него бежит. Что ты не видишь? От первого лица играешь. Курса через 5 секунд. Давайте. Все, бабл, бабл нажал. Нет, добейте. Сейчас добьем нормально. 100 тысяч, блядь. Отбеги, отбеги ну... только. Там доты добьют нормально. Отбегай. Пристав режет. Да ебать, блядь, еще ебать. Я соло 3 каурона нанес. Ну, ребят, ну вы пиздец. Ебать, бред. Минус 100 крон нахуй, да еще, блядь, таким типам, блядь. Там как-то ник, блядь, вон, Хардия, блядь. Хардия, она. Ну зачем ты это делаешь, Хардия? Минус 100 кролу хочет, нахуй. Пригу не хочет вот так. Минус 100, нахуй.
Да блин, ну от первого лица играешь, что ли, но... Ну все, приготовляю в другой раз. Рыба стоит. Кто на кого ролил, надо было писать. Напишите еще раз, кто на кого ролит. Я забыл совсем. Напишу на беду. Повезло, что убили. Сходите сразу, кто умер, бафайтесь или бафайтесь. Рыбку поставили, обновите. А я что-то не пойму, а чего у меня в аккаунте нету у Лёхи, блядь? Потому что он вылетел вначале. А-а-а. Ну ты сейчас хоть зашел? Лёх, ты принял готовность. Мы все начали. Ты да, принял ты ничего готовность, не сказал. Все начали. А при чем тут лутать или он не лутать? Ты его не бил, этого босса. Так и так шмот бы не взял. Все равно с этого босса шмот не получил бы. Стрекач, ты где? Забей запы, которые тебе надо, все равно не упасть. А что упало хоть? Там груда. А поставят на починку, зайди вниз. И плачь. Потом, ты что, уже красный? Дживс есть. И сколько он моч этого? Моч. Не моч, Сарджераксус. Я сегодня уже выполнил, так что мне нет. Ну давай, если поставьте шкаф, засуньте его сразу. Спасибо. Все. Начинаю тогда. Все на пол на Void Frozen там ждать. Это еще не суманули. Куда ты начинаешь? А, вон он пришел. Зачем? Тебе нужен Дживс? Это на этом писал на Арго. А, ну ладно. По порталу сразу свич, потом по голем тоже свич. Маслапу дайте. Кот, дай лапу. Так, потом что еще? По порталам давайте станут обязательно. И все, держите рейндж. Крест выбегает в правую сторону, череп прохиливается. Кто разольет сейчас лужу, можете не лутать этого босса сразу. Сразу гонят. Пуржат маги только, у нас как раз 3 мага вроде, или 2? 2. Ну 2 хватит, я думаю. Да, мы с вами. Возьмем пополам. Лучше кресту тоже помогать, потому что маги по одному забирают, а крест по два. Ну, окей. Крест 1-2 раза можешь тоже забрать. Так, Айшок, ты же и так Рошаму идешь. Айшок хилит. Ну вот, он на Рошаму рубит. Что? Не, я знаю, что есть, но ты же мейном пошел как Аршама, значит, не Аршама. Я говорю, кто на Оспе кроли? А, на Забей кроли. Готовься с ротацией. Свич, свич, все свич, братан, быстрее залей. Квест побежал. Бабу закрывайте побыстрее.
Крест побежал. Готовься свой инфернал, все свич сразу. Эмма, прожмите айсбаунд тоже. Где он взрывает, сразу отходите, не лутайте урон. Крест убежал. Быстрее инферналов убейся. Модул побежал. Все, до конца играйте, забейте на инфернал просто. Или инфернал. Просто забейте на инфернал, забейте Джора. Все отлично. Ну, тишина упала. Блядь, кто не прохил? Прохильте рейд быстрее. Победили демона. И теперь вас ждет новый противник. А Кертон упал. Не, Петом моментально сейчас убили. Кто-то не прохилил, расслабился под конец. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Так. Мы с Войдом потанчим, я в блокере, одного просто там грипнешь. Женя, на тебя рассчитываю, поставлю метки, там по контролям сейчас распределю. Угу. Сейчас запущу. Что такое? Достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих... А что за ребята твои гильдейские? Там дальневосточные что-то стали вайпаться. До этого вроде убивали, блять. Тут вайп на вайпе, блять. Какая-то череда неудач пошла. Хуйня какая-то вообще конкретная. Мне теперь тебя зовут помочь? Да нет, я там хожу, блядь. Просто зеленый выбирает, челик стоит, у него сбегаются, прилетают две лужи и два пельменя туда, нахуй, минус рейд. Понял. Я сейчас сам маленький поставлю. Окей. Так, Каляо, ты на Лионе будешь сидеть? Хорошо. ДД, РДД, сразу в ромб идите, чё. Куда начинать будем? Да, в ромб идите. Хопал, останешься с нами, Джайден, который ты же хопал. Вань, запомни нузла, будешь страховать меня, если что. Да, Киртл, ты на нузле будешь сидеть, а на Сирисе будет сидеть Арканал. Плюс еще эти. Сейчас я не вижу. Меладора,
Сейчас поставлю кого-нибудь. Там, блядь, ШП еще. Грилли, ты будешь сидеть на мелодоре, просто пока дофирять и банить ее. Ходки снимают любой шаманов, желательно боку, то, чтобы ты снимал ханты. ПКД ледяные трапы ставите под себя, чтобы рейд кайтить. Самое главное — это Нузл и Сириса, чтобы не кастил. Сразу эфиры раздаете по очереди. У нас есть два креста и вары, как раз эфиры нормальные будут. На Вилане будет сидеть кто-нибудь. Самула, желательно ПКД. Ветер кидай под. Запомнишь цель, когда у тебя прокает быстрота зверя, сразу на кого-нибудь из хилов или ДДшников этот. Все. Смотрите, еще СС раскидайте по двум хилам. Кстати, поставьте ГБ. Бронепоты есть у нас ГБ? 7 хилам бронепоты дайте, чтобы они выпили. Дайте этот на звезду трейд. Я бронепоты отдам хилам. Киньте трейд. Они просто меньше на вас агриться будут. У меня одна штука есть, если что, с тобой. Да, вас просто не сложат. И два СС дайте по хилу и ВБ. Шамана сами стать смогут. Грипните к себе эту Алису. Первый грипит у нас Unholy Frenzy. Второй грипит Ангратар. Все. Анхоли, отсюда грипнешь. Мы забираем. Ты тогда грипаешь Ирод на себя. Я на себя Шакуа. И Тири я попробую забрать. Сейчас щит сменю. Хапал, сразу на меня частичку кидай. Потому что меня пробьет очень сильно. Сразу зайду в Ирод, дам. Подшевы. Грилит на дереве сиди. Так. Хапал, чтобы на тебя они не согрелись. Через себя хиль. Потому что сразу на тебя прибудут, как только ты поделишь. Тут армия зомби помогает? Чисто побить. Мне самое главное, чтобы кур забрать. Тири легко катить. И Ира, чтобы войд забрал. Все. Ну все, добавим полную. Четыре, три, два, один. Куда побежали? Бакута квадрату экс, да? Да. У меня доминишн по Сирисе. Просто контроль не сдавай, сказать, хил вара, хил вара. Блять, вара БР нужен срочно. Кот, прибеги сюда, дай БР. По кресту давайте. Дайте фир. Блять, я фул фир бегаю, дайте фир. Кресты, локи, вары. Прохил вара, слышь. Блять, они опять убили. Все, смотрите теперь. Сразу Шакула кайтите. Дайте контроль по Шакулу, ветер какой-нибудь или корни. То они к нам в рейд пришли, блять. Контрольте. Я только одного взял. Не сдохните там, понерфили на века, блядь. По нужду больше урона дайте. Ой, по нужду посерьезнее, блядь. Бриену хекс скиньте кто-нибудь, треугольник. Грилли, Меладору. Квадрат давайте. Да.
Бриену Хекс кинул канал, Женя. Он просто катит хилов. Подожди, меня тут двое пиздят. Все, окей. Да я... Идите там рейду помогать, я не сдохну. Фул прожима есть. Меладору опять бан надо. Все, я упал, блядь. Кайдите, быстро кайдите. Какого крутится фир, дайте. Беги, Кирту. Убейте Бриену, потом Шакову убейте. Шакову все равно без быша уже. Квадрат добили, он по черепу идет. Шакову подержите в корнях кто-нибудь, друиды. Убеги, Самулу убеги. Дайте контроль, Кирку дай Самулу контроль. Чтобы он не хилил. Там Бриену упало? Да, Шакову бейте. Самулу контроль дайте, ветер какой-нибудь, если отлично. Нет, там Войда прохилите. Да нормально он живет. Че, убегай. Эй, видел эти 20%. Все тут уже любых. Тири, не бейте хилов, убивайте на. Кому убейте? Тири, может просто в корнях побежать. Алло, ты яд на долгий каст не ставил, что ли? Не. Почему? У нас единственная рога. Ну, где твои яды? Я ж Вилану контролил, она у меня и так не кастовала. Ну, обычно на минус актив и долгий яд. Что это было? Мне хотели сделать... Актив будет. Вон, бейте Вилану. Туда-туда. Мимо, блядь. Я на прошлом ЛК, кстати, вот здесь на чемпах два топора упало, прикинь, из дропа.
А, я что-то слышал, что может дверь. Нихуя себе. Два 258-х топора с РПБ упало. Просто я в шоке. Еще и прыгай ему упало. Еще и прыгай упало. Говори мне таких слов, Нури, блядь. Чем пофот на ручки не падают? Нет, я имею в виду варовские топоры с РПБ. Понял. А, варовские? Ну, да. Двухручки? Да, 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 двухручки. Я думал, блядь, одноручки. А я бы так и сказал, одноручки. А топор — это топор. Так, у кого есть протоспек, половить сферки? Плюс напишите, если есть у кого протоспек. А если кот просто в мишке побегает, тупо будет? Нет, будет нормально, конечно. Но сегодня еще и есть какие-нибудь шмотки на это. Вообще нет шмоток. Ну, вот чистый кот. Так же неинтересно. Ну интересно, наверное. О, бля. Че упало? Щит, пояс. Ну реально, никогда топор не упадет, когда она валит. Блять, и боты не упали. Так точно так же и боты не упадут. И, блять, нихуя не упадет. Ну, у тебя рыба есть? Поставишь? Или нет? ГБ не осталось, но у меня...